И уже с первого урожая мы можем видеть, сколько у нас полезных ресурсов, что есть хорошо. Я жду, когда... Ричи. Иди изучай, принудительно, вот да. Замечательно, все. Пока нам никакие исследования не нужны, и я займусь сейчас целенаправленно постройкой энергии и аккумулятора, потому что аккумуляторы очень сильно понадобятся. Кабель. Аккумулятор, все. Пельмень, занимайся проектами. Не-не-не, работа, сейчас работа. Поставим тебе единичку и тебе единичку. И единичку строительства. Ричи, ты знаешь, что делать? Ты сможешь это сделать сейчас? Да, ты можешь это делать. Так, пельмень, иди занимайся строительством, я тебе говорю. Все, работай над проектом кабель. Сейчас будет электричество у нас, ура! У нас будет нормальная ферма уже, и это будет очень классно. Бздз. А, как КЗ было, и поэтому у нас произошло возгорание. Все, наконец-то с едой более-менее проблемы пропали. У нас начали заряжаться аккумуляторы, и теперь у нас холодильник работает в штатном режиме. Первоочередная задача, если нужно решить с едой. Уже потом вся задача будет решаться по поводу обороны и всего остального. А, в смысле, где наши лекарства все? Они же было 16 штук. В смысле, что тут произошло? Ну, ладно, всякое бывает. Пельмень. Да, лекарства все-таки нужны, поэтому их как бы рекомендуют собрать. Пельмени, иди собери. То есть, ты хочешь сказать, вы собрали весь урожай? Замечательно. Пельмешка? Таскай. Не-не-не, ты не понял меня. Таскай все. Ой, как замечательно. Ух ты, сколько у нас 55 блюд получается, плюс-минус. Это очень много и очень замечательно. Я надеюсь, это именно тот инструмент, который нужен был мне. Потому что это именно та вещь, которая мне поможет строить целенаправленно из каменных блоков. Потому что каменных блоков мне сейчас нужно чуть больше, чем я имею на данный момент. Если это то я, пожалуй, его поставлю на ремесло, и уже он у меня будет. То есть вот этот вот Ресан будет заниматься ремесленничьим делом. И стол для резки камня. А, то есть я могу еще выбрать, что он. Из дерева, конечно же. Потому что, боже, это... Вот, замечательно. И у нас что тут? Чего тут много? У нас есть тут... Гранита у нас больше всего. И, пожалуй, я сейчас скажу ему, типа, делать задание, делать каменные, делать блоки гранита, делать до бесконечно. И назначу его. А, что? А, заниматься ремеслом. Думаю, тебя не буду тебя мучить с фермами, и ты будешь ремесленником. Вот и все. Занимайся ремеслом. Чтобы далеко не таскать, нужно какой-нибудь тут складик соорудить, постройка. Блоки уже из гранита. Да, замечательно. Тут мы копаем области, построить крышу. Ну, пельмень с дубом справится. И главное, чтобы он сейчас ферму засадил, пельмешка, а потом уже будет строить. Потому что строительство будет у него на втором месте. Проекты. Сначала сделаю область, склад. Вот таким вот образом. Еще постройку сделаю. Стена из дерева. Вот таким вот образом здесь. Давайте сделаю сейчас стену из дерева. А этот склад будет целенаправленно для всего, точнее для любых каменных блоков. Съешь это блюдо уже и не мучай никого. Так, замечательно. А тут я запрещаю любые каменные блоки. Мне кажется, такое большое поле я зря сделал на начальных этапах даже. Это будет слишком много. Да, это слишком много. Тогда я запрещу здесь сеять. Пусть пельмень занимается-то. Потому что этого мне продовольствия, я смотрю, мне очень надолго хватает. Они едят около 4 блюд в день, и мне кажется, этого хватает за глаза. Да, ты понимаешь, это все типа важное дело, типа все тоси-боси, это не мое. Черепашку перенеси, нам потом ее нужно будет разделать. Что-то нам медитирует. Ну медитируй. Чего я тебе могу сказать? У нас склада не хватает. Поэтому я предлагаю сейчас... Ну, я слишком много заготовил еды и слишком размахнулся.
приказы. Небольшой склад выкопаем сейчас. У пельменю сейчас поставлю садовод и этот, и шахтер на единичку. Как пельмешка все выкопает, мы будем уже перетаскивать туда ценные вещи. И я мясо не буду. Я вот зашел в приоритет приготовить блюда и решил запретить мясо и вообще животное происхождение, потому что простые блюда, я думаю, можно делать только из таких вот ресурсов. Также я думаю сейчас вот по-быстрому заняться тем, что разобрать вот сталь. Надо, короче, избавиться мне будет от сполов. Давай вперед. Разбирай по-быстрому. И быстро, прям вот в реактивном темпе строй сюда стену из гранита. Потому что я не хочу, чтобы у нас все здесь испортилось. Все замечательно. По-хорошему тут тоже надо затроить, потому что нежелательно, чтобы тут везде была минусовая температура. Как можно видеть, здесь 16 градусов. Почему так? Потому что у нас не справляется, потому что снаружи 36. И этот очень может испортиться. Это нехорошо. Пельмень, ты меня не понял. Ты вот это вот. И вот это вот строишь максимально быстро. А также я беру и область склада увеличиваю. Пельмень! Пельмень! Давай ты... Вот, все. Все, тут должно охладиться до минус градусов хотя бы. Все, минус 5 градусов, как и я и задумывал. Минус 5, да, замороженное. И я, пожалуй, еще до десяточку понижу. Это вырастет энергопотребление, но я думаю, не сильно это нам так принципиально важно. Но нам поможет это в том плане, что не будет таких вот резких перепадов температур. Так, давайте мы пока приостановим эту штуку. И надо тебе найти, чем вообще заниматься можешь. Потому что ты не можешь сажать, ты не можешь ни это, ни это, ни это. Я даже не знаю, чем тебе занять. Ты у нас... Ну, в принципе, ты можешь продолжить дальше. Искусство, ремесло. Ну, ты горняк такой себе, строительство такое себе. На самом деле, ты можешь дальше продолжить исследовать. И, пожалуй, я тебе исследование ресурсов и назначу. А тем временем у нас пельмешка начинает приносить активно все ресурсы. Что является очень таким вот... немаловажным процессом. Мне вот это вот затишье от тренда не особо нравится, потому что мало ли что сейчас произойдет. А мне кажется, что что-то сейчас произойдет, потому что не может так вот тренде долго засиживаться. Но у тебя же 6 уровень, неплохо. У нас кабан сошел с ума. Да, это не очень хорошо, поэтому нам придется как-то импровизировать. Придется его сглушить все-таки. Ричан, держись. Так, подойди поближе. Застанил его. Молодец. Давай прям вот. Все, замечательно. Разделывай. Что у тебя по здоровью? Ты можешь сам себя залечить? Почему у тебя самолечение недоступно? А вот, все, замечательно. Я тебе поставил свое самолечение и лечись сам. Думаю, ты с этим справишься, ты взрослый мальчик. Жара, это не есть хорошо. Это очень не есть хорошо. В итоге я пельмени должен поставить, буду строительство на двоечку, и пельмени должен будет прям в реактивном темпе строить. Пожалуй, я уже начну строить себе небольшую базу уже в скале врываться. И думаю, это метеорит. Прикольно. Ну и нафига мне гранит, знаете? Я тоже не знаю. И поэтому надо разметить хотя бы небольшую строительство базы. Думаю, такого склада первого хотя бы мне хватит. Я думаю, пока здесь оставлю, в принципе, на временку хватит, на самом деле. Мне кажется, вот как-то так. Тут будет, типа, две комнаты. Если что, потом расширю, в любом случае, поэтому это не проблема. Думаю, пока сделаю так, а если что не понравится, я думаю, еще расширю. Это не самая такая не главная проблема. Ага.
Гражданный фракция. И она твоя жена, да? Как замечательно. Социум. Так, это не знаю, это классно или нет. В общем, теперь у нас есть официально заключенный. Захватить. Успеешь, наверное. Я не знаю на самом деле. С чего у него по здоровью? Порез, трещина, смерть через 15 часов. Успеет. Тем временем лечебный корень можно собрать и можно собрать. Пельмень, иди собери, потому что это важнее. Это в приоритете. Нам нужно, чтобы заключенного нужно выздороветь. Пока поживешь без собственной кровати, думаю, не обессудишь. Раздеть. Я надеюсь, ты пошел ее лечить. Да, ты пошел ее лечить. Скорость растет 50%, пусть растет. Вот еще вот этот вот собери. И вот этот еще собери. Перемешка вперед, нам нужно это все. Чуть по здоровью. Трещина в тазу. Ну что ж теперь, живи как-нибудь. Не знаю, старайся, выживай. Я надеюсь ее приручить вербовкой. Но я сомневаюсь, что это получится. Вербовать. Ослаблять сопротивление, думаю, это будет разумно. И на место этих поставим гранитные стены. Только пельмешка, пожалуйста, это нужно сделать реактивно, прям максимально быстро. Пельмень, я же сказал, реактивно, быстро. Ты куда пошел спать? Реактивно быстро, это... Чё это за крюк такой был? Давай, давай, быстрее. Потом спать пойдешь. А, блять, я забыл тебе кровь взять. Да, такие враги. Так, тебе нужно кровать, да? Поспишь здесь, думаю, с тобой ничего страшного не случится. Пельмень, реактивный прям. Ладно. Я особо реактивно делаю это. Почему ты не можешь? Дерева нет, охренеть. Еще нам нужно будет вот это вот разобрать. Класс, что у тебя по здоровью? Сильнейший тепловой удар, это плохо. Это очень плохо на самом деле. Спрыти на охладитель. Пельмень, строй. Я очень скептично отношусь к этому, но тепловой удар это серьезно. Я все это знаю, но там готова еда. 3 штуки, ага. А, бля, я разобрать-то разобрал, а построить обратно забыл. Мебель. Производство электроплита. Замечательно. Пожалуй, я вот таким вот образом здесь злой пеню. И пельмень. И вот реально нужно построить максимально быстро. У нас компоненты есть, все есть, поэтому думаю, с этим проблем не займусь. Понятно. Все, иди. Все, замечательно. Задание добавить, задание приготовить простое блюдо, сделать до бесконечно. Нет, делать до 6 штук. Детали, мясо и животное происхождение. Все замечательно. Иричан, сможешь заготовить? Пожалуйста, готовь. Готовь. Давай ты пока не будешь с удовольствием заниматься, увлекаться, окей. И сейчас просто ремесленник и нет, ремесленник ты на троечку, ученый ты двоечку. И надзиратель ты сможешь как-то с ней типа пообщаться там телепуй. Ага. Телепузики ты не хочешь делать с ней, да? Ты с ней будешь говорить вообще, нет? Иногда хоть. Она твоя жена, вроде как ты должен. Чего у тебя с настроением, господи? Сытость. Хочу спать вместе с Ричан. Ты издеваешься? Хорошо. Сон на жаре. Так, пельмени, это понял. Короче, ей нужно немножко область увеличить. То есть буквально хотя бы вот так вот. Двоечка, так вот. И вот это вот ей нужно будет снести. Но это потом. Из гранита вперед. Разобрать. Пельмень, вперед, разбирай. Пожар. Класс. Боже. Главное, чтобы ничего не сгорел. И ничего не сгорел, класс. Правда, электроэнергия кончилась. Это печально, но терпит. Чего, у тебя по нуждам? Темно. Окей, темно ей, блин. А, я ей факел не поставлю, он температуру повышает ведь. Ну что ж теперь сделаю? Теперь живи в темноте.
Потому что если я поставлю факел, то у тебя будет и так повышаться теплота. Ну, я могу, тебе неприятно и находиться здесь, я могу и поставить здесь тебе развлечения, даже я тебе поставлю. Ты социально расслабишься потом. Давай сначала вот этот проект завершим. А жара прошла, замечательно. И засей. Смотрим, что по настроению. Красота, дайте 1,7, класс. Параметр комната. Комната, красота 1,0. Ну и все, замечательно, что тебе нравится. Пельмень отдыхает и заслужил отдых. Пока не можешь не торопиться и не напрягаться особо. Метеорит. А, железный метеорит. В принципе, неплохой. Мне нравятся такие. Занимается сортировкой, значит, ему больше заниматься особо нечем. Ну, тоже, в принципе, работа ненужная, и я ничего не говорю. Пускай занимается, в принципе, здесь убираться, убраться бы не мешал, в принципе, то есть подмести полы там, скажем. Ей раз пошла такая пьянка, она говорила, что ей темно. Пельмень, займись, пожалуйста. Убрать земля и факел. Стой, Ричан, ты можешь заниматься уборкой? Блин, ты ее уборкой заниматься не можешь. Так, теперь у тебя все нормально? Нужды. Настроение отличное. Крайне низкое ожидание, роскошный комфорт, мнение о муж. Понимаю то, что ты хочешь быть вместе с ним, у тебя дебаф за это. У тебя за это дебаф есть? Нет, у тебя за это дебаф нет. Да, кушай. И можешь продолжать дубасить. Думаю, сразу можно здесь поставить мебель. Построить здесь сразу производство. Дверь из гранита, парочку так сюда и сюда.